Всем привет, мои дорогие! И сегодняшнее видео я решила начать с приготовления хлеба из чечевицы красной. Да-да, насмотрелась рецептов и решила приготовить сама, потому что хлебушек хочется покушать, а тем более чечевицу я обожаю. Значит, и прежде всего я взяла вот такой стакан чечевицы, залила ее кипятком, пошла на набережную, вернулась только что. Она у меня набухла, я сейчас промыла и стечет у меня жидкость. Потом я ее в блендер, использую также овсяные хлопья, пряности по желанию, соль, разрыхлитель добавлю, может быть добавлю нутовую муку. А здесь у меня салат кесар буду делать, но с большим количеством листьев салата. Это не будет у меня только такая масса этот, а именно большой акцент буду на салаты, так как я на салатиках вот с таким хлебушком опять хочу немножко скинуть свой вес, хотя многие вы мне пишите, что у меня уже попы нету, попы у меня никогда не было огромной, так что хочу, чтобы у меня была упругая попа, можно так сказать, что есть и то оно было упругая. Что я сделала потом? Я эту чечевицу перемолола, измельчила в блендере. Также взяла вот таких вот овсяных хлопьев, 7 столовых ложек. И также перемолола в блендере. Добавила в тесто 3 чайные ложки семян чия, соль по вкусу. И все перемешаю. Геркулесовая мука, 7 столовых ложек. И полпачки добавлю разрыхлителя. Пускай чуть-чуть поднимется, да? Так, это надо в муке вот так перемешать. Вот так вот перемешать в муке, мои дорогие. И добавлю растительное масло чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот такое тесто у меня получилось. Сейчас я его накрою и 20-30 минут оно должно постоять. А потом буду выпекать, мои дорогие. Покажу вам их конечный результат. Очень быстро, за 5 минут все я сделала. Пока тесто там у меня доходит, приходит в себя, я решила приготовить для себя салат кесар. Я уже вам сказала, что булгур я залила кипятком. Один стакан булгура, один стакан кипятка, и вот он так быстренько разбухает, накрыть его и этот. А мы сейчас перейдем к нарезке зелени. Я приготовила 3 чесночка, вот лучок, 2 помидорчика, и я приготовила также эти листья, чтобы заворачивать туда салат кесар, поливать лимоном. Также понадобится лимон, перцовая паста томатная и томатная, если хотите, и разные пряности, какие вы хотите. Я уже делала этот кесар постоянно летом. Вот сейчас мне захотелось еще повторить этот и приготовить, и покушать с удовольствием. Мой красивый тюльпанчик. Друзья мои, как вы думаете, вырастет еще что-нибудь из этого? Или это одиночный? Мой муж говорит, отсюда вырастет много, целый букет. Но я не думаю так. А вчера я прополола все свои цветочки. Видите, как привела в порядок. Как потеплеет, буду мыть балкон. Пока сейчас все так грязно. И не потому что не стоит. Не стоит. Земельку прополола. Сегодня такая погода пока прохладная еще, но теплее, чем вчера. Все я мелко нарезала, даже еще, мне кажется, у меня петрушка лежит в уксусной воде. Я еще добавлю петрушку, и так вот мелко листья салата нарезала. И помидорчик, и лучок, все мелко-мелко. В кесар добавила 1,5 ложки перцовой перцовой пасты. И сейчас тщательно все перемешаю, добавлю соль и все остальное покажу вам в конце. Вот и готов наш мы сыр. Ой, все время я путаю. Кысыр, кысыр.
Знаете, что я заметила? Что немножко булгур крупный, но ничего, что было. Вот слепая без очков не разглядела, что это не такой мелкий. Я подумала, он отдельно лежит. Это то, что надо, но ничего, вкусно. Я сейчас с удовольствием поем это. Так что вот сейчас она настоится и будет еще вкуснее. А тем временем мой хлебушек готов к выпеканию. Ну, я его положила на фольгу, фольгу так помяла чуть-чуть растительным маслом сверху, видите, порезала полосками вот так. И чия-чия семена, конечно, лучше кунжутными семечками, но что есть, то тем буду сверху посыпать. Сейчас я отправлю, как говорят в ТикТоке, на 30 минут при температуре 200 градусов. Посмотрим, правильно ли это на самом деле. Будет ли он готов через 30 минут при температуре 200 градусов? Мои дорогие, мой хлебушек испекся. Сейчас буду его пробовать. Посмотрите, какой красивый он получился. И буду пробовать вместе с вами. Жую вместе с вами. Друзья мои, это нереально вкусно. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте и делитесь рецептом с своими друзьями. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.